На чемпионате России в Арзамасе стартовал последний вид оружия – сабля. В мужском первенстве звание чемпиона отстоял Камиль Ибрагимов. Серебро завоевал Никита Проскура, а на третью строчку поднялись два москвича – Дмитрий Даниленко и Алексей Якименко. По ходу всего турнира у меня была интересная, очень сложная ветка, сложный проход. Я, в принципе, качеством своего фехтования очень доволен. Бронза женской сабли досталась Полине Студничук и Анне Башта. А в финале, как и на Кубке России, встретились Ольга Никитина и Валерия Большакова. И результат поединка также совпал с ноябрьским. 15-10, победа Никитиной. У меня практически сил не было, потому что я недавно фехтовала на первенстве мира. И я там заняла третье место, как бы очень много боев отфехтовала. Поэтому я даже не ожидала, что так высоко поднимусь. В последний день чемпионата России пройдут сабельные командные соревнования. Трансляцию финалов смотрите в 16:00 на Русфенсинг ТВ.